Высказать свою точку зрения на сегодняшние законы смогли молодые люди, интересующиеся политикой. На встрече в Кремле студенты из 9 вузов Нижнего Новгорода участвовали в парламентских дебатах на тему «Молодежная политика». Организаторы мероприятия считают, что именно в ходе политических обсуждений рождаются свежие идеи, необходимые для законотворчества. Для нас очень важно понимание того, как ребята относятся к закону, как они его оценивают, какие они видят слабые и сильные стороны. Ну и я надеюсь, что те алгоритмы решения проблем, которые будут обозначены и предложены ребятам, мы тоже будем использовать в своей работе, но уже вместе опять же с молодежью, с молодежным парламентом. Всего в дебатах участвовало 36 человек в составе 18 команд. Какую сторону они будут представлять, власть или оппозицию, решила жеребьевка. Но в основном участники хотели выступать за то, чтобы рассказать о минусах, которые им видны в законах. Мне кажется, цель данных мероприятий – это свежий взгляд на данные вопросы. То есть молодые ребята рассматривают данные вопросы и предлагают свои цели и решения, то есть задачи, данных задач. Также в ходе встречи студенты обсудили с депутатами законодательного собрания закон о молодежной политике и возможности развития общественных инициатив. Ну, например, можно о волонтерстве принять закон, закрепить основные начала волонтерской деятельности, цели, принципы осуществления. Может, даже какие-нибудь нематериальные, но духовные поощрения лицам, которые будут заниматься волонтерской деятельностью, предоставлять. Например, какие-нибудь льготы при посещении театров, музеев, различных фитнес-залов. В законодательном собрании уверены, что закон о молодежной политике должен составляться вместе с молодежью. Так, с 2001 года было внесено уже 9 изменений.